Это очередной выпуск ответов на ваши вопросы. На самом деле, на те вопросы, которые прилетали мне сейчас в директ Инстаграма. А это вопросы, касающиеся коронавируса. Серьезный момент для того, чтобы не заболеть, это ваш иммунитет. Также для снижения риска заболеваемости, поймите, занятия спортом действительно укрепляют ваш иммунитет. А коронавирус, искусственно созданный вирус, в нем сочетаются два вида тяжелого гриппа. Я так понимаю, вид один лихорадки и одно из заболеваний, вроде что-то наподобие скоротечного СПИДа, временного, то есть для снижения иммунитета, для повышения заболеваемости. Обязательно голосуйте против поправок в Конституцию. Что происходит в Китае и в Европе? Отказываются от приема наличных денег. Для чего это делается? Для полного тотального контроля финансовой сферы. Вы все слышали, что стресс самое страшное, от стресса все проблемы. Есть самые страшные стрессы для человека. Все, ребят, всем привет. Я человек, который, мне кажется, практически живет в машине. Сегодня у меня очень-очень мало времени было, в зал я не поехал, поэтому тренироваться я буду дома. И чтобы выпить предтреник перед тренировкой, мне пришлось прийти сюда. Да, тут все, тут штангетки, тут предтрен, тут банка изолята, кеды запасные даже есть еще одни. Ну, в общем, тут, короче, у меня, мне кажется, отдельная маленькая жизнь. Тут даже есть плед на случай экстренной какой-то там необходимости, если будет прохладненько или что-то еще. Не знаю, сколько это удачно получилось, но в общем и целом, на самом-то деле, все равно. А это очередной выпуск ответов на ваши вопросы. На самом деле, на те вопросы, которые прилетали мне сейчас в основном в директ Инстаграма. А это вопросы, касающиеся коронавируса. Ребят, коронавирус, атаки всю планету, у всех это подгорает. Это шарф, потому что у меня побаливает горло. Вообще, лучше быть максимально немодным, но зато быть максимально здоровым. Я как старый пенсионерчик вам об этом заявляю официально. Притрен мы налили, водичку я взял немного теплую, видите, шейкер протекает. Но это не наш, потому что, видите, он желтый, где-то он мне достался. Если что, имейте в виду, клубничный рейдж, мне кажется, самый вкусный из всех. Он прям шикарен на вкус. Шейкер полетел. Хоп. Нормас. Я просто теперь не забуду его домой отнести. Уровень бардака в машине я даже не буду показывать. Закрыли. А, я выпил притренчик. Шейкер я подберу сразу. В общем, сейчас я найду перчатки. И после этого вам расскажу все, что я А. думаю, Б. знаю, В. слышал. Касательно этого пресловутого коронавируса. Оп! Привет! Перчаточки нашел. В общем, на самом деле так много можно сказать про коронавирус, что я даже не знаю, с чего начать. Давайте начнем вообще с того, как вам стоит поступить, чтобы избежать, ну, условно говоря, заражения. Давайте, во-первых, не поддаваться панике и не бояться. Он абсолютно не так страшен, как показывают по телевизору. Молодые люди в целом мало ему подвержены. Второй этап, конечно же, стараться его не запускать, потому что основная проблема этого вируса, как и всех видов гриппа, это возможность его осложнений, это пневмония. У меня эта болезнь была, когда мне было, по-моему, около 20 лет. Я болел пневмонией, тяжело, двусторонней, с кровью в легких и все дела. Так, снег хрустит кайфово просто. В общем, сегодня у меня тренировка спины по плану. Знакомьтесь, мой тренажерный зал условный. Сэндбэк, где-то еще 20-ка валяется. Блины, штанги, две гири, стойка, турничок. В общем, по плану сегодня у меня как раз-таки спина. Со спиной проблем нету в плане потренировать дома. Наверное, проблемным. Ну, проблемой является только тренировка спины. Не спина, а тренировка ног. В остальном, мне кажется, это все очень просто и легко тренироваться. Кажется, я сделал 30 раз, но заявлять не буду об этом, потому что не уверен, но вроде бы 30. Самый серьезный момент для того, чтобы не заболеть, это ваш иммунитет. Соответственно, его нужно поддерживать. Укреплять его прямо сейчас тоже нужно, но больших результатов это не даст. Иммунная система – это не вещь, которая вот так вот, как бустер, вылетает наверх от того, что вы что-то приняли. Хотя в разрезе витамина С он оказывается именно очень быстрое. Очень резкое и высокое влияние. Вы все слышали, что стресс,
Стресс самое страшное, от стресса все проблемы. Ну, какую-нибудь херню, типа того, что, ребята, не волнуйтесь, уберите стресс из жизни, я вам говорить не буду, потому что это, ну, банально невозможно. Да, мы живем в стране, где жить довольно-таки тяжело. Многие подписчики из СНГ, там еще тяжелее. Люди злые, людям сложно, ведут себя как мудаки. От этого вы никак не застрахуетесь, не спрячетесь. Тут, да, можно повысить свою стрессоустойчивость с помощью БАДов. 5-HTP, ГАБА, глицин. Отлично, да, то есть изнутри сложно повлиять. Можно снаружи чисто физиологически свою стрессоустойчивость повысить. Это раз. Есть самые страшные стрессы для человека. Стресс, наверное, номер один по опасности – это недосып. Поэтому начните спать, ребята. Уберите сериалы. Хотя бы пару серий, оставьте одну. В лучшем сериале, а не смотрите все подряд. Уберите Инстаграм. Вы подписаны на кучу конченых придурков. Фитнес-гуру, детокс-мастера, блокчейн-специалисты, супер-мотиваторы, успешный успех бизнес-тренеры. Слушайте, у всех этих ребят в основном в Инстаграме дырки в карманах, дырки в трусах, и они фоткаются на фоне чужих тачек и расскажут вам про успешный успех, чтобы выкачать с вас какую-то копейку. К сожалению, минимальное количество этих людей действительно достойно вашего внимания. И они съедают... То, что вы потратите на кого-то деньги, это не важно. Вы потратите время. Это единственный ресурс, который вы не можете купить. Почему я тренируюсь сейчас здесь? Потому что поехать в зал – это полчаса. Доехать из зала до точки необходимо мне – это полчаса. Это целый час в день. Поэтому я тренируюсь дома, помоюсь и потом поеду уже по делам. Сон. Сон – это точка номер один, о которой я вам хочу сказать и попросить вас уделять этому максимальное внимание. Второй подход. Также три повторения я сделаю. Гантели примерзли. Уже с гантельками тяга. Не принципиально, штанга на гантели. По сути, также 30 повторений. Продолжение разминки моей. Гантели эти килограмм по 16. Первая штанга вообще маленькая. Килограмм всего весит, наверное, 12 или 14. Я с утра, чтобы вы понимали, уже сделал кардио. Кардио я сделал, ну, мне еще не нравится есть утром. Если вам интересно, я потом подробнее вам расскажу об этом, вообще о своем режиме питания в нынешний момент и так далее. В общем, утром я не ем, я не завтракаю. Я пил воду, травы, потом я выпил, вот перед тренировкой только, креатин, БЦА, порцию суставника, гармошки поставил, предтрен выпил, ну, наш рейдж, он не каким-то диким стимулятором является. Он именно улучшает ваши возможности к тренингу. Недосып. Страшнейший стресс, поэтому начните спать. Это очень важно. Второй момент, это из самых сильных стрессов для организма, это обезвоживание. Многие из вас упускают момент, самый простой, банальный, пить воду. Вы это забываете, и это ужасно сказывается на ваших спортивных результатах, также это плохо сказывается и на вашем состоянии здоровья. Поэтому питьевой режим нужно налаживать. Тем более вам, спортсменам, обязательно. Третий стресс – это неправильное питание. Это продукты распада еды, это плохое пищеварение, которое также очень сильно влияет на ваш иммунный статус. Поэтому начните питаться чисто, добавляйте овощи, зелень, сокращайте количество потребляемого тяжелого белка. То есть я не говорю отказываться от мяса, ни в коем случае, мясо нужно, мясо полезно. Но в абсолютное сумасшествие и крайняя степень идиотизма пытаться набирать большому культуристу там все 250-300 грамм белка говядиной, курятиной. Потому что, во-первых, это массовое выращивание, это быстрое выращивание, это определенные технологии. Во-вторых, тяжело переваривается, забивает кишечник. Оставляйте разнообразный белок, яйца, мясо, курица, морепродукты, всякие мидии и так далее, там кальмары, рыба, рыба красная. То есть максимально разнообразный пул белков. И, конечно, белковые концентраты, яичные, сывороточные белки, изоляты. Возможно, растительные белки концентрированные, там гороховый, соевый. В сочетании с хорошим потреблением полноценных белков животных вы можете изоляты растительные учитывать в ваш белок, они действительно неплохие. Тем более, если вы употребляете витамино-минеральные комплексы, которые богаты витаминами В, вам вполне можно свой рацион обогащать белками растительными. Это будет в разрезе соевого изолята даже выгодно, если мы считаем цену за грамм белка. Ну и ушел в сторону. В общем, питание. Это номер три. Стресс для организма. Исключение стрессов повысит ваш иммунитет, снизит вашу заболеваемость, либо скорость вашего выздоровления. Дальше. Конечно же, личная гигиена. Мыть руки, не совать руки в рот, в глаза. А действительно, вы посмотрите на взрослых людей,
вы заметите, что так или иначе, что-нибудь там ноготок поправить, укусить зубами, потереть глаз, это все нехорошо. Мойте руки чаще, по возможности, когда где-то оказываетесь. Мойте руки до и после туалета. Рекомендация мыть руки только после туалета, что с самого детства всем внушают. Такой же конченый идиотизм, особенно для мальчиков. Дорогие мальчики, когда вы идете, открываете туалет, ручку рукой трогаете. Идете по городу, едете в метро, здороваетесь с кем-то за руки, ваши ручки пачкаются. И прежде чем пойти и пописать, и достать свой писюн, стоит руки помыть. Почему-то я вижу всех мужчин, ну, мы вместе оказываемся, да, в общественных туалетах, они прям прямиком в туалет свой писюндер хватают, видимо, грязными руками. Конечно, может, они какие-то мастера и очень меткие пацаны. Ну, в общем, короче, мойте руки. Это важно, гигиена. Придя домой, умывайтесь очень хорошо. Умывайте прям с мылом. Ну, мне это, конечно, проще. Я быстро высыхаю. Я хозяйственным мылом умываю лицо. Все футболки, руки прям по локте мою хозяйственным мылом. Голову, лицо, шею полностью. Идем на повышение. Теперь я поработаю со штангой. С более тяжелой. А после я перейду, на самом деле, к подтягиваниям. Это основное упражнение будет сегодня. То есть штанги, тяги, это наклон, это разминка больше. И тут уже вес такой вполне себе адекватный для работы. Этим можно уже и накачаться. Дальше. Я очень доверяю традиционной медицине. Верю ей даже больше, чем современной. Поэтому всевозможные ашваганды, хиноцея, травяные сборы, ромашка, брусника, шиповник, чабрец. Все на свете завариваем, пьем. Это очень ценно. Если лень все это покупать отдельно и заваривать, то есть иммунокомплекс от Генетик. Это натуральные экстракты. Очень широкий комплекс. Хороший, эффективный. Многие отмечают снижение заболеваемости при его применении спортсменов. Натуральные растительные экстракты. Обязательно. Это то, что укрепит ваше здоровье, ваш иммунитет. Также для снижения риска заболеваемости, поймите, занятия спортом действительно укрепляют ваш иммунитет. Но есть одно но. В течение часа-полутора после тренировки у вас иммунитет более подвержен заболеваемости, потому что был стресс, вы восстанавливаете все системы вашего организма, и как вот пищеварение работает плохо, да, и есть твердую пищу бессмысленно после тяжелой нагрузки. То же самое и с иммунитетом. Витамин С, ребят, это потрясающий витамин, доказанным действием в данный момент. Ну, полграмма, грамм в день я бы вам рекомендовал потреблять, делить его на разные приемы. Вы можете учитывать витамин С из еды, то есть фрукты, овощи, зелень. А многие из них богаты витамином С, его можно считать. Но по фруктам и овощам я бы делил данные табличные пополам. Я им не очень доверяю, ну, если быть откровенно честным. Теперь в реальности. Давайте так, сейчас можете писать, что у меня там это мания преследования, теории заговоров. Коронавирус, искусственно созданный вирус, в нем сочетаются два вида тяжелого гриппа. Я так понимаю, вид один лихорадки и одно из заболеваний вроде что-то наподобие скоротечного СПИДа, временного, то есть для снижения иммунитета, для повышения заболеваемости. Для чего он сделан? Тестовый вирус, он легкий, как видите, заболеваемость невысокая, смертность маленькая, при этом пандемическая активность высокая по заражению. Банальное тестирование, тестирование биологического оружия, плюсом тестирование возможности ограничения перемещения свободного населения. Что есть карантин? Вам просто так вводят комендантский час. Сразу скажу, когда в России ведут карантин, а в России карантин ведут, я на него положу большой-большой хуй. Карантин соблюдать не буду, потому что нет, еще раз нет. Избегать массового скопления людей лишний раз? Да, но для этого не нужен карантин. Для этого нужен лишь здравый ум. Что происходит в Китае и в Европе? Отказываются от приема наличных денег. Для чего это делается? Для полного тотального контроля финансовой сферы. Наличка, в принципе, единственное, что в данный момент хоть как-то вашу финансовую независимость от государства поддерживает. При исчезновении оборота наличных средств, каждая ваша транзакция, перевод, каждая копейка, вы за нее будете отчитываться. Вы отправите 5000 рублей вашей маме, вы отчитаетесь, где вы взяли 5000 рублей, и вашей маме спросят налоговая, откуда вы взяли 5000 рублей. И вы, мама, напишите заявление в банк
откуда вы их взяли. А если будет 100 тысяч, ребята, вам будут скажут, у вас зарплата 40, 100 тысяч вам было взять негде, поэтому мы требуем от вас уплатить 13 тысяч там или 17-20 тысяч рублей штрафа, либо налога на доходы, если вы не можете их подтвердить. Из каждого перевода с вас будут снимать деньги. С вас будут снимать деньги за все, потому что наша казна пустеет, милорд. И, кстати, по поводу милорда, обязательно голосуйте против поправок в Конституцию. Нет, они не страшны. Там поправки все абсолютно такие себе, ничего не дачащие для вашей жизни и для жизни страны. Но голосовать нужно против. Если вы гражданин, если вы хоть немножко думаете о будущем, голосуйте против внесения изменений в тот документ, который нельзя было менять. Вот так. Если бы вы еще соблюдали немножко, ну это отдельная история. Надеюсь, по коронавирусу все плюс-минус понятно. Да, похоже на теорию заговора. А вы думаете, этим миром не управляют? Вы думаете, мы не маленькие винтики в огромной машине? Нет, это не так. Фу, я продолжу тренироваться. Я вам желаю отличного дня, крепкого здоровья. Я прошу вас сделать репост этого видео, если оно вам понравилось. Я попрошу вас поставить палец вверх, оставить ваш комментарий, вообще то, что думаете вы. Я был максимально краток. Вы, наверное, замечаете, что я даже очень быстро говорю. Благо, что у меня плюс-минус неплохая дикция. Причина тому одна. Я хочу сэкономить максимально ваше время на просмотр видео, а не говорить томным, размеренным голосом, снизив тембр. Конечно, так же учат бизнес-тренеры, потому что вы больше доверяете размеренному и низкому голосу. Ведь именно так нужно вести семинары об успешном успехе. Но пошлите все бизнес-тренера в одно известное место. Конечно же, есть успешные люди, которые делятся своими знаниями, но их минимум. Когда вы видите диплом бизнес-тренера из Сколково, будьте уверены, этот человек шарлатан и сам в этой жизни ничего не добился и ничего не сделал. Если вам придет консультант, спросите, готов ли он отвечать своими деньгами за все, что он сделает в вашем бизнесе или вашей компании. Он скажет нет, потому что он не уверен, не готов рисковать, поэтому он не SEO, он не руководитель, он не учредитель. Он всего лишь бизнес-тренер, который готов просрать ваши деньги, в частности, вашу жизнь, подвергать вас огромным рискам, не подвергая себя. Ведь если он такой умный, то почему же он настолько не делает дело сам? Ведь он специалист, ведь он знает, как построить успешный бизнес. Прибыльность успешного бизнеса будет выше, чем прибыльность бизнес-тренера либо консультанта. Об этом подумайте на досуге. Не знаю, как камеру выключить в перчатках, поэтому сейчас, наверное, буду выглядеть немножечко по-дурацки. Крайне подходит, наверное, для вас подтянусь. Вот так, чтобы вы понимали, что я подтягивался. О, давайте затестируем. Вы как знаете, я поболел сильно. Сколько раз подтянется кочка? Сейчас проверим. На самом деле трындец, дико тяжело, я потянулся всего 11 раз, ну, рывками не хотел подтягиваться. До поездки в Красноярск, до отравления, с Костяном были на тренировке, подтянулся я 22 раза. Ну, ладно, откинем тяжелые ботинки, то, что я немножечко поотдыхал, вес у меня увеличился, я там все вешу, наверное, сейчас. А обещаю через 3-4 недели подтянуться схода 20-25 раз, обязательно сниму это на видео. В зале, в легких кроссовках, чтобы облегчить себе задачу. Вы помните, это рубрика «Ответ на ваши вопросы», поэтому это, вы не стесняйтесь, вы пишите в комментариях вопросы. Я с удовольствием на них отвечаю. Лайкайте комменты других ребят. Это когда будет хорошая погода, давно хочу, я сниму вам про тачки, на самом деле. Мне кажется, вообще это практически лучший вариант из паркетников, которые можно купить. Что про кушку говорить? Я уже в Инстаграме писал, что за такие деньги плохие машины не делают. Уже вопрос того, что вам нравится. Вот мне нравится красненькая. Еще раз обнял. Всем крепкого здоровья. Всем пока.